Хочу, чтобы люди, ну, как минимум, почувствовали то, что я чувствую. Я хочу просто поделиться теми ощущениями, которые я испытываю, создавая. Я хочу, чтобы они радовались так же, как я радуюсь. Я хочу, чтобы они поражались и удивлялись. Для меня возможность самореализоваться тоже, потому что она берет меня не в качестве просто какой-то куклы и ставит, как ей нравится. Она что-то придумывает, и я что-то добавляю от себя, и так и создается ее работа.